Критики болваны. Я это заявляю на всю страну. Я хочу сказать, что если нормальный музыкант становится критиком, с его карьерой что-то неправильно. Год и три месяца. Единственный перерыв. Это был единственный перерыв в моей жизни, что связанный с Непарой. Вот, это был единственный перерыв. И спустя вот год и три месяца мы каждый со своим нереально большим опытом и, знаете, таким багажом, вернувшись сюда, в Непару, принес новые какие-то волны, новые желания, новые моменты. И все это сегодня звучало там, на этой сцене. Это очень полезно, вы знаете, когда у человека есть возможность отойти в сторону, потом вернуться снова. То есть он начинает своего партнера заново чувствовать как-то по-новому, что ли. То есть это полезно. Я советую это всем людям, кто остановился на чем-то. Нельзя останавливаться. Когда чувствуете, что стоп, нужно отойти в сторону, а потом снова сойтись. Это Но мы за это время мы просто не успели отвыкнуть. И нам... Нет, я, между прочим, хочу сказать, я признаюсь, что без тебя, Викуля, мне как-то спокойно было в тот момент, когда я уходил. Ну, в тот момент, может быть, да. Я имею в виду, что мы не успели отвыкнуть потом... от песен, от общего там звучания. Нам не нужно было вспоминать, что мы все забыли. Нет, но потом, мы репетировали, да. Потому что мы внесли какое-то новое звучание. У нас появился бэк-вокал, мы там сделали что-то новое. Мы зазвучали гораздо серьезнее, потому что набрались какого-то опыта на стороне. Спустя месяц после нашего возвращения мы поехали в тур, где было 64 города, 52 концерта. Вот так. То есть мы начали от наших рубежей с Европой, скажем так, в районе Минска, там Белгород. Я помню, дочь у меня родилась младшая в этот день, 27 февраля, мы выступали в Белгороде. И закончили мы его... Сахалином, проехав его целиком на машине, 940 километров, останавливаясь в каждом городе. То есть это... Да, из этих дней, из этого гастрольного тура у нас было только 3 дня выходных, а остальные это дни переездов, если получались свободные дни, да. И мы отдыхали в автобусах. Это было нереально. И мы знаем прачечные в каждом городе, химчистки в каждом городе. Тебя полжизни мы потратили зря. Увидеть свет в твоих глазах важнее, чем любовь на словах. Никакой конкуренции между нами нет, просто в силу того, что мы разные. Мы, если вы заметили, мы разнополые, еще вдобавок. Поэтому априори конкуренции быть мне, не может. Мне соревноваться с девушкой в данной ситуации, а ей соревноваться с мужчиной. Кроме того, что это не имеет никакого смысла, это еще и неправильно. Вот. Просто потому, что у каждого из нас есть своя задача. Если бы человек стоял на улице, то есть на сцене, и пел бы совершенно спокойно, не стремясь ни с кем побороться там на сцене, как вы говорите, да? А просто ласково и нежно уважая Викторию, например. Кто-то вместо меня. Вы бы встали через 15 минут с такого выступления. И ушли, потому что там не было бы искр, высекаемых вот этими двумя людьми, сидящими перед вами. Так что это было бы неинтересно. Я сам бы стошнил тот момент, когда смотрел бы на это. Я говорю серьезно. Но поскольку мы есть то, что мы есть, и мы так живем уже давным-давно, и исправлять это бесполезно, и бла-бла-бла, бла-бла-бла, и так далее, и так далее, и так далее. Результат вот там. Люди, которые там, в зале, которые от первой песни до последней пели вместе с нами, вы видели это? Все.
Никакой конкуренции между нами нет, есть только здоровое стремление пойти вперед. И все. И каждый из нас идет своей дорогой. Да, рядом идем, но своей. Я абсолютно согласен. Еще бы. Да, в этом смысле, да. У нас все поровну рассчитано. Саша песня, у меня песня. У Вики не разбежишься. Она считает. Она очень хорошо считает. Сколько я ее помню, она всегда считает. Кто сколько спел. Кто сколько времени постоял на сцене. Количество цветов подаренных. Она все помнит. Моя какая-то эйфория от клипов, она, ну, наверное, первые клипа два была. Я помню очень прекрасно наш первый клип, как это очень здорово было. Конечно, и до сих пор я люблю сниматься в клипах. Он да, крутился просто везде. Клипы. Его крутили, мне кажется, даже на тех приборах, которые не предназначены для проигрывания видеоряда. Это было фантастически, конечно. Ощущение, что... За тобой все время кто-то смотрит. Идешь по улице, вчера еще тебя никто не знал. Сегодня ты ловишь сверлящие взгляды. То есть люди не понимают, ты это или нет. Вот это супер начало, которое у нас было, благодаря продюсеру и команде, которая вокруг нас работала. И, наверное, благодаря нам самим тоже отчасти, потому что мы внутри клипа тоже есть. Вот все это сыграло какую-то роль. Мы стали чем-то новым на сцене. Зритель, который приходит на наши концерты, он все равно ждет старых хитов и ждет услышать их в концерте. Так как у нас достаточно старых хитов, то мы не можем позволить себе много нового материала вставлять в концерт. Мы можем сделать двухчасовой концерт из старых песен. Но это будет нам самим неинтересно. Мы хотим предлагать людям что-то новое. Потому что, говоря о критиках, среди тех людей, кто доброжелательно относится к нам, все равно говорит иногда вещи типа: «Ну, у вас нет новых песен». Почему нет? Они есть, но вы же их не слушаете. Нет той песни, которую мы хотели бы, скажем так, снять на это видео и снять определенную историю, так как у нас практически во всех клипах прослеживается определенная линия, определенная история. Вот, пока такой нету. Не всегда она 5+, или 6+, она иногда, точнее, почти всегда 18+. Я бы и 21-летним не разрешал это смотреть, если честно.